Сын знаменитого медиамагната Руперта Мёрдока, Джеймс Мёрдок, объявил о своей отставке с поста председателя правления британской спутниковой вещательной компании BSKB. Такое решение было принято по итогам состоявшегося во вторник в Лондоне заседания правления компании. Таким образом, по империи Мёрдока нанесен еще один удар. Летом прошлого года британское правительство отодвинуло на неопределенный срок сделку по приобретению ею BSKB. Это было связано со скандалом вокруг прослушивания сотрудниками принадлежавшего медиамагнату британского таблоида The News of the World телефонных сообщений жителей Великобритании.